Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Zoo 2 Animal Park. Ну, вернее, продолжать в него играть. У нас тут очень много заданий, очень много что надо, в общем, подправить, покормить животных. В общем, будем сейчас очень много чем заниматься. И тут у нас есть ежедневные награды. Зайти 25 раз в игру в этом месяце, и ты получишь главный приз. За каждый следующий день ты будешь получать вознаграждение. Х2 алмаза. То есть у нас 2000 монет, украшения, какие-то пазлы, каких-то животных. Тут сурикаты, какие-то украшения. В общем, что-то еще. Хорошо, давайте забирать подарок. Хорошо. И тут у нас прям вообще... Так, я отметил несколько вещей, которые не достают в нашем зоопарке. Тебе не кажется? Так, принять. У нас тут очень много заданий. Давайте все это... Это понятно. Это мы мусор убираем. Это все вот так вот. Да, это у нас просто не было несколько дней, у нас наши растения без нас скучают. И животные тоже без нас скучают. Не кормленные, не поэты, вообще одинокие, и да. Ну, сейчас все быстренько порешаем. Вот так вот, отлично. Ну, заодно, кстати, и опыта набирается. Видите? Забрать подарки. Собираем мусор. Все, вот это все. Вот это вот. Так, у нас... нет, у нас павлин... Нам нормально, да. Не вспомнила. Мы павлина нашего в прошлой серии получили. Это правда. Так, давайте что? Еще раз. Еще тут у нас надо... Цветочки полить. И начнем мы, пожалуй, с кроликов, да, с кроликов. Все, кролики тут у нас. Отлично. Тут лошадки у нас. Еще кое-что польем. Так, тут у нас пандочка без нас заскучала. Бедненькая, надо ее. Так, тут козочки, отлично, тоже хотят поиграть. Так, и что у нас? Сейчас по заданиям посмотрим. Что у нас есть? Отлично. Так, у нас по заданиям ворота. Зачем? Не знаю. Ну, давайте, сколько? 8? 6, 7, 8. Угу. Так, ворота я не знаю, где можно ставить. Но нам надо где-то их поставить. Можно даже вот так вот сделать. Замечательно. Так, теперь, что тут у нас еще? Ага, нам мусорок мало. Хорошо. Давайте еще две купим. И поставим, поставим. Где бы нам поставить? Можно где-нибудь. Кстати, где-нибудь тут можно и поставить. Вот тут вот. Отлично. Первое задание. В два задания сделано. И что тут еще? Ага, надо кактусы посадить. Кактусы, где бы можно было посадить кактусы? Кактусы. Ну, давайте тут рядом с павлином можно еще кактусы поставить. Это же как бы
Павлинии. Все, отлично, замечательно. Покупать у нас красивые вещицы. У нас доступна обезьяна. Еще украшения и загон для обезьян. Но перед этим, припоминаю, однажды Валя рассказывала, что на этом участке был найден ларец с сокровищами. Она была так уверена, что тут зарыто что-то очень ценное. Вообще-то я могу поискать. Хорошо. Просто превосходно. Насколько хороши наши дела. Знаешь, в детстве я всегда мечтала держать черепаху. Как ты считаешь, мы могли приютить слоновую черепаху? Хорошо. Но мы для начала вот тут вот посадим свиник. Нам надо, знаешь, я сидела за паркой, дальше будут идти в гору. Нам когда-нибудь придется расширяться. Больше места для этих древних животных? Ага. А вы еще кто? Разрешите представиться, Матвеев. Я ваш сосед, и все участки вокруг этого принадлежат мне. Какой вредный тип. Какой бы цирк это ни был. Зоопарк. Зоопарк, огромный смех. Это в свое время не удалось делать даже строптивой старушке Валентине. Я прошу, наш маленький зоопарк растет и процветает. Провалиться мне на этом месте и удастся привлечь в зоопарк хотя бы 10 посетителей, у нас уже их 6. Если нет, тогда я вам подарю один из своих участков. 10 посетителей до послезавтра. Странный тип, однако больше места нам бы не помешало. Айда, мы ему еще покажем. Хорошо. Нет. Так, я вообще-таки тут свиней хочу купить. Подождите, мне не мешайте. Угу. Так, еще кролики. Кто у нас тут еще? У нас тут черепахи, обезьяны. Нет, подождите, что-то я запуталась. Нам надо с вами что? Подождите, вольеры. Что нам надо с вами? Нет, это не сюда. Это тоже не сюда. Кормушечка. Вот нам кормушечка как раз-таки не помешает. Здесь мы, кстати, поставим... Что у нас вообще по заданию? Ага. Посетители у нас тут по заданию. Черепаха. Нам нужен вольер для черепахи. Покупаем 2. Тратим много денег. Так. Вольеры. Отлично. Покупаем. Угу. Это будет тяжелее, чем я думала. Сейчас посмотрим. 6 секунд осталось, в принципе. Немного времени. Кого мы сюда можем поместить? У тебя нет подходящего для... Вот ты хочешь установить вольер сейчас? Да. Ой, блин, что я сделала, ребята? Цветы придется немного подвинуть. Дорожку докупить. Так, здание, декор.
Есть дорожки. Где дорожки можно купить? 1 минута. Кого мы сюда можем посадить? Ну, пусть пока будет, ладно. Ну. Львиная доля алмазов. А я не хочу. Так, ну давайте пока вот это попробуем. Как нам тебя назвать, чтобы приглашать друзей, нам необходимо знать, каким именем ты будешь. Ну, давайте имя... Ага, на английском надо, да? Ну-ка. Подтвердите. Изменение данных в своем профиле успешно сохранено. Хорошо. Все. Так, теперь у нас есть черепашка. Давайте посадим черепашку. Ток мешает. Все. Ух ты, я не догадывалась, что у нас в городе есть настолько красивый зоопарк. Им надо, тебе стоит сделать несколько фотографий, поделиться ими, иначе тебя никто не узнает об этом изумительном месте. Покажу тебе, как это работает. Все-таки фотограф. Рада с тобой познакомиться, Онка. Меня зовут Лена. Именно. Поделись фотографией. Блин, ребят, ну это я сейчас сделаю и к вам вернусь. Все, я сделала. Замечательно. И получаем какие-то украшения, монеты и кристаллики. Так, что тут у нас? Давайте купим нашим черепахам еду. Поставим замечательно. Положим туда бесплатно. Да? Так, и что? Без понятия, если честно. Опыта тебе больше. Это зачем? Найдем за нам прелестных животных. Без понятия, нафига? У нас вроде не лесные животные. А-а-а, у нас горилла. А это куда можно? Сюда нельзя, и сюда нельзя. И вообще... А, вот украшение можно поставить. Отлично. И еще одно. Прекрасно. Прекрасно. Так, и что? И у меня не хватает, ребята, места катастрофически. Ну, давайте. И денег тоже не хватает. Давайте, знаете что, здания какие-нибудь есть? Есть. Хорошо, новый павлин. О, смотри, кто к нам идет. Добрый день. Мой павлин Казимир, чувствую себя у вас отлично, однако я боюсь, чего боитесь. Хотя, похоже, ему немного скучновато. Вам не кажется, что ему необходимо немного общества, и вы имеете в виду? Самка, ну конечно же, думаю, это возможно. Это было бы превосходно. Мне очень хочется устроить здесь пикник. Как вы считаете, вы можете отвезти для этого уютное местечко? Если будете чаще посещать нас, да, конечно. Разместите павлина, разместите декор, разместите место для пикника. Так,
У нас тут с вами павлин. Звери, павлины, павлины, павлины. Далее. Далее у нас тут есть дерево. Так. Украшение, которое мы сюда поставим. Для пикника стоит 5000. Ух ты! Что это за панно? Комплектировать. Так, меняй ненужные части на билеты. За билетом можно будет получить то, что тебе действительно нужно. Хорошо. Так, что у нас еще тут? Еще у нас тут есть вот это. Декорации надо разместить. Ну, давайте поставим сюда и вот сюда. О, синие цветочки. Синие цветочки очень красивые. Думаю, сюда и поставлю. А еще? Вольер нам нужен, ребята. А у меня места, ну, вообще нет. Меня перекрывает вот эта штука. Поставить светильники, они как раз таки нам очень нужны. В ночное время будет. О, мы как раз таки 10 человек сделали. О, да, у нас здесь посетители. Отлично. Надеюсь, этот ворчун сдержит свое обещание и подарит нам участок. Подумай, это лишь везение новичка. Ах, вот вы где, Матвеев. Да, я еще. А еще я знаю, что вы сильно интересуетесь куском земли, на котором мы поспорили. Получите этот участок, но он вам не поможет. Все равно потерпите неудачу. О, ужас! Какое у него настроение? Похоже, он не умеет проигрывать. Только нам не стоит портить с ним отношения, ведь все эти участки принадлежат ему. Замечательно. Нам дали новый участок, ребята. На следующий раз продолжим с вами пикник, место для пикника покупать, лесное жилище сделаем, обезьянку купим, в общем, вот. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а с вами был Лунка, всем до скорой встречи.